Сегодня по всей России в день солидарности в борьбе с терроризмом мы вспоминаем погибших в страшной трагедии, которая произошла 20 лет назад в братской нам республике Северная Осетия. Почтить память жертв теракта в школе «Беслан» в амфитеатре Черкесска собрались представители общественных и религиозных организаций, различных предприятий и организаций, школьники. В памятном мероприятии приняли участие и глава Карачаева-Черкесии Рашид Тимрезов. Подробнее расскажет Алихан Лепшуков. Сегодня каждый из нас выражает свою солидарность в борьбе с терроризмом и разделяет ту тяжесть и боль пострадавших от рук террористов. Открывая мероприятие, представители мусульманского и христианского духовенства республики совершили обряд дуа и молебен по погибшим в Бесланской школе. После чего минутой молчания все собравшиеся почтили память погибших во время теракта 334 человек. Глава Карачаева-Черкесии Рашид Тимрезов отметил, что терроризм в любых проявлениях не имеет никакого оправдания, и только консолидированное наше общество сможет противостоять этому негативному явлению. Я уверен, что консолидированное общество и правоохранительные органы, и само население, мы все должны никогда не забывать эти тяжелые страницы в истории нашего государства, и вместе должны бороться с проявлением экстремизма, терроризма и любых радикальных идей, которые, к сожалению, в том числе и в нашей республике, у некоторых в головах витают. Это надо отбивать таким образом, чтобы никому никогда не повадно было. Я помню, когда мы впервые услышали о произошедшей трагедии в Беслане, все были в оцепенении от той жестокости и бесчеловечности, отметила уполномоченный по правам ребенка в Карачаево-Черкесии Мария Алакаева. Оправдания терроризму нет и никогда не будет, и в особенности по отношению к невинным детям, подытожила она. Прошло 20 лет, вот по-прежнему ком в горле, когда вспоминаю эти три дня сентября. Боль и ужас не утихают. Действительно, это был один из самых чудовищных терактов новейшей истории. Боль Беслана – это наша общая боль. И у тех нелюдей, у террористов нет ни человеческого лица, ни веры, ни национальности. В различных террористических актах, произошедших на территории России, именно представители силовых структур принимали участие в освобождении и сохранении жизни пострадавших от теракта, порой ценой собственной жизни. И сегодня собравшиеся отдали дань памяти и сотрудникам правоохранительных органов, погибших при исполнении служебного долга. Терроризм – это зло, которое попирает законные права всех людей. Это зло, которое попирает права и стремления всех народов всего мира, не побоюсь этого слова. Права других граждан уносят жизни ни в чем не повинных людей и, что самое страшное, жизни детей. Сегодня мы, молодое поколение, говорим терроризму нет. И наша задача – сохранить любовь к жизни и к Отечеству, подчеркнули выступающие. Мы никогда не забудем этих людей, ставших жертвами чудовищного террористического акта. Терроризм – это страшное явление нашего времени. Это воплощение страха, боли, отчаяния, слез, невозвратимых потерь и человеческого бессилия. Прошло 20 лет после события в Беслане, но память и боль утраты останется навсегда. Алихан Лепшуков, Олег Молхожев, Вести Карачаево-Черкесия.